Прекрасных табалячек поздравили с женским праздником приезжие артисты. Виртуозной игрой покорил не одно женское сердце скрипач Степан Мезенцев. За плечами популярного артиста выступление с духовым оркестром Олега Меньшикова и ансамблем Росгвардии. Степан является лауреатом многих международных конкурсов, а в 2013 году стал победителем Всемирного чемпионата исполнительских видов искусств в Голливуде. Всех представителей женского пола надо любить каждый день, круглый год. Вот поэтому я считаю, что этот праздник, он замечательный, но спасибо вам за то, что вы есть всегда. В адрес женщин Тобольска звучали слова благодарности и поздравления от первых лиц города. Пусть рядом с вами всегда будет надежное, крепкое мужское плечо. Искренне низкий поклон. Женщины Тобольска самые красивые, мудрые. С праздником!